Добрый вечер, сябры! Поглядите, как я чудовно придумала! Что не говорите, а кошки самые разумные истоты на Земле. А может, не только на Земле, а и в космосе? Треба будет у Элины спытать, что там у их с кошками. Ну а рыси – найразумнейшие из усяго семейства котиных. Рмау! Ой, привитание! Усим! Ой, а что это? Стоять на месте, не падать! Рыся, это ты тут веровку натягнула? Рмау! А кто ж еще? И на вошта! Открылся сезон полевания на лисок? Ну, сяброка, не шакала от тебя! Что ты, Яночка? Я не думала, что ты бежишь, по боках не глядишь и за все чапляешься. Ну, не зачепися тут. Хутко рассказывай, на во что ты все это нарабила. Ходи ближе, скажу на вушка. Ага. Я хочу словить добрый настрой. Рысишка, говори гучней, ничего не разобрать. Гучней нельга, слухай уважливо еще раз. Ага. Я хочу словить добрый настрой. Ух ты! Я ж не ведала, что в мою пастку трапишь ты, а не добрый настрой. Ой, як добро все ты придумала, рысичка. Только давай для надійності еще одним способом скористаемся. Ходи. Правильно, як только настрой з'явится, мы его раз и зловим. Ага, давай сховаемся покуль, каб настрой нас не убачил. Салют усім. Дзяўчынкі, а вы где? О, здаецца, я чу ваши голосы. Ой, что это? Вось дык сустрэча. Янка, гляди, який он великий. А, трапился? Вось гэта пашанцавала. Ой, знаёмы тварык. Это ты? Это я. А, привитание, Данек. Привитание. А это вы на меня полюете? Але я не шерый волк и навод не тигр. Я ваш сябр Данек. О, пробач, сябра. Мы не чакали, что ты уводишь у покоя в этот момент. Вось, откажите, коли ласка, ага. Для кого вы все это подрыхтовали? Для доброго настрою. Для доброго настрою? Ага. Ничто вы себе придумали. Який ж тут добрый настрой, коли на тебе бабах, бубух. О, да мы добрый настрой хочем зловить. Як только он на наш покой завитая, мы его схопим и больше не отпустим. Ой, мне хочется, чтобы нашим покойщикам завсёды был чудовный настрой. Ну, про чудовный настрой вы добро придумали. Только кто ж его так ловить? Мы? Настрой треба примагничивать. Магнитом? У меня не есть, могу принести. Не, рыся, звычайный магнит не подойдет. А який подойдет? Магниты для доброго настрою разные есть. Я подкажу вам, якими сам користаюся. Будем настрой частовать? Будем сами витамины уживать. Докладно вядома, что добрый настрой притягивается на садовину и гародніну сонечного колеру. Чем больше я сил всего сонечного, тем худше прилетит добрый настрой. Сами проверьте. С каждым ковалочком настрой полепшается. Это как сонником. Я на упахмурный день выглядываю, и мы все усмехаемся. Так это ж вельми просто. Частуйся, и настрой сам прилетает. А еще добрый настрой одразу з'являється, коли, например, состроить веселую рожицу. А удокладни, коли ласка, кому я ее треба показывать? Ти сябру, який знаходиться побач, ти просто самому собі перед люстерком. Наприклад, ось так. Складана. Ніколечки. А добрий настрой з'явився? Так, у мене він є, Рмау, і у мене так само. А ще пригожая музика допомагає довжей затримати чудовний настрой. Так, Еліночку, ось. Веселый. И зусім не обовязково. Уключайте свою любимую мелодию и слухайте. Коли вам становится радостно и спокойно, значит добрый настрой побач. А еще лепш злучить все эти способы разом.
Правильно! Уключаем пригожую музыку, веселим один одного и частуемся сонечной садовиной. И, вядомо, глядим любимый мультфильм. Разом с сябрами! Сядайте зручней, цікавая казка починается! Думаю, что добрый настрой застанется у нас надолго. Да и сны мы сегодня убачим цудовные. Правильно! Кто засинает у добрым настрое, до того прилетают самые цікавые сны. Давайте хутенько побежим мыть тварики да чистить зубки. А потом начнем рыхтоваться убачить самые цікавые сны. Доброй ночи, девчонки и хлопчики! Засынай, баю-бай.